Похоже, дождь идет. Вон там. Привет, бестия. Я с деньгами. Я готов оплатить заказ. Окей. Сбрось мне данные по Андерсу Хельману. 2, пожалуйста. Освободи место. Садись. Надеюсь, ты его нашла. Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Этого я тоже давно не слышала. Бутылку оставь. Не стесняйся, можешь угощаться. Спасибо, я не пью. Что с тобой такое? Хорошее бухло. Тебе же хуже. Спасибо, Никс. Королева по смерти. Кто бы мог подумать? На, держи щепку. На ней много всего интересного. Посмотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цянти. Это дочка Кантао, китайской корпы. Это кефиговый листок. Кантао проводит через нее разные деликатные операции. Понимаешь? Ты сможешь его найти? Найти его проще простого. А вот перехватить – другое дело. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно ави, поддержки с земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Ха. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то... Угадай, откуда перевозка? Из Цинти. Это Хельман. И это хорошие новости. Сейчас начнется. А что за плохие новости? А плохие новости – их место высадки. Видишь, все это – воздушное пространство Найт-Сити. Понятно. То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция. А здесь уже слишком близко к Антау. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут... Равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантао. Сегодня тебе везет. Мертвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать технику. Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну. Панам Палмер. У нее терки со своим кланом, но она настоящий кочевник. И знает те места. Вот она тебе и поможет. У нее не будет выбора. У нее не будет выбора? Звучит не слишком обнадеживающе. Для нас обоих. Ну, за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин-барин. Ви, тут что-то не так. Странно. Мне казалось, кочевникам нахер не упали ни города, ни их жители. Все зависит от клана, от их связей. И от того, как дерьмово им живется. В целом, ты прав. Альдекальда редко имеет дело с городскими. У панам другое мнение. Вот-вот. И не только об этом. Почему панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товары. А в последний раз все пошло не по плану. Она прокололась. Мягко говоря.
провалила всю операцию. Потеряла товар и машину. Она сделает все, чтобы вернуть груз. Для нее это вопрос чести. Ладно, я могу ей помочь. Но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Окей, расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. По нам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Все ясно. Пойдем спасибо. Уже отсюда. Удачи. Дала бестия. Меня зовут Ви. Класс. Во что еще эта старая сука хочет меня втянуть? Не знаю, что у вас с бестией, и знать не хочу. У меня для тебя дело. Очень рада, но у меня пока тоже дел хватает. А груз и машина? Не хочешь их вернуть? Могу с этим помочь. Товарный склад на Бонита-стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Там. Ви, подожди еще немного, ну что, пожалуйста. Может, Рипер забыл? Сейчас приедет. Вон там. Он годами призывал Евросоюз.
Эй, привет, панам. Ты Ви? Где моя тачка? Бестия сказала, мы можем помочь друг другу. Как я не догадалась? Значит так, или говори, что знаешь, или иди нахер. И Бестию тоже с собой прихвати, ясно? Эй, тише, успокойся. Ты мне не указывай. Хорошо. Смотри, я знаю, где груз и твоя машина. Но в одиночку ты их не вернешь. Все это слишком рискованно. Так что давай договоримся. Чего ты хочешь? Надо сбить транспорт Кантао. Будет непросто. Мне надо знать, потянешь ли ты. Что за хуйню ты несешь? Насчет тебя или насчет дела? Ави Кантао будет пролетать над равниной Джексона. Это вроде как хорошо. Ха, да не то чтобы. На борту будет один тип. Он-то мне и нужен. Да блять. А потом я тебе скажу, где товар, и помогу его вернуть. Ну, как тебе план? Ну, не знаю, я... Черт! Ладно, идет. Только у нас ничего не получится, если мы не вернем мой Тортон. Где он? Машина в руки Риджи. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Ну, поехали в Рокки Ридж? Погодь, мне сначала надо подумать. Черт. Да, нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринует этого мудилу. Она хочет с ними договориться за спиной у бестий? Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в Рокки Ридже. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты чё? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Нет, встречу не отменяй. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты еще спрашиваешь? Само собой. Спасибо, босс. Ты не пожалеешь. Все. Мне дали время. Ну, куда теперь? В лагерь Альдекальда. Надо повидаться кое с кем из моего клана. Ты не то чтобы этому рада. Не твое дело. У меня остались там друзья. Ладно, поехали. Садись. Клевая тачка. Просторная, практичная. Заткнись, пожалуйста. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежитель и детское кресло шли в довесок. Ты же знаешь, что я не про тачку. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сам-то? На кой черт тебе сдался этот хер из Ави? У него инфа, которая мне нужна, а у меня не так много времени, чтобы ее достать. А чего ж она мне не сказала, что знает про Нэша? Бестия? Вообще без понятия, о чем она думала. Какая же она мерзкая баба. Знаешь что, хер с ней с бестией. Чего ты на ней зациклилась? Очень деньги нужны. Она тебя разводит. В городе и без нее полно фиксеров. Но ты-то пришел, потому что она тебя прислала. Но я-то на ней не зациклился. Ты ее плохо знаешь, серьезно. Она не сказала, что это она свела меня с Нэшем. И почему-то совершенно забыла упомянуть, что он из стилетов. Может, она об этом не знала. Да не смеши меня. Фиксер такого класса знает все. Наверное, даже то, о чем мы сейчас разговариваем.
Мы с Нэшем были просто частью ее гребаного плана. Вот и все. Бестия просто сука. Нечего ее оправдывать. Почти приехали. Подберем моих друзей и поедем в Рокки-Ридж. Ох ты! Кого пыльная буря принесла? Это мираж или у меня белочка начинается? Да идите нахер! Ну-ну. А это кто? Нянька моя. Ви, это Скорпион и Мич. Мои старые друзья. Привет, парни. Здорово. Каким ветром тебя занесло, городская штучка? В городе стало скучновато. Ты вообще представляешь, как старик психанет, когда тебя тут увидит? Я буквально на минуту. Солу говорить не обязательно. Нам нужна помощь. Какая помощь? С чем? Стилеты наебали по нам. Мы хотим объяснить им, что так делать нехорошо. Все настолько плохо? Иначе я не стала бы слушать ваши тупые подъебки. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут, пока не вернем в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Нам очень нужна помощь. Не в этот раз. Мы нужны клану. Блять, ну пиздец. Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? По нам. Это не для Сола, это для клана. Ты же понимаешь. Слушай, из лагеря мы не выйдем, это без шансов. Но про снаряжение Сол ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да уж, ладно, спасибо. Сейчас гребу снарягу и больше вас доставать не буду. У тебя остался только я. Угу. Ты расстроена? Да нет, скорее разочарована. Привет, Панам. Ты к нам надолго? Не, на 5 минут. Поболтаем в следующий раз. Привет, Панам. Ты привела новенького? Сол уже знает? Ага, не твое дело. Можешь помочь? А что внутри? Пара мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это все. Поехали.
Вы с Солом помирились? Ты возвращаешься? Панам! Заглянешь к нам, дорогая? В другой раз, Элли. Честное слово. Ну, мне пора. Да, да, вали уже давай. Звони, если что. Присматривай за ней, Ви. Кидай в багажник.